один свой. Здесь девочкам сдаю свои иногда рукоделки. Здрасте. Я тут на стоп нажала. У себя на канал поставлю. Сколько красоты. А то каждый раз иду и каждый раз а у меня дочка мне ведет. Я умею только загрузить, а она потом забирает, обрабатывает уже красиво. Если одним кадром, ну просто как бы так, то я еще могу просто загрузить. Но она все равно теги ставит. А иногда, когда кусками, красиво делает, слепливает. У нее рукодельный канал. И про Кипр у нее канал. Если кому-то интересно будет, я потом могу приехать, переснять вблизи. Стараюсь все охватить. Сегодня никого нет. Пока еще рано. Утро. И сегодня 14 января, поэтому все спят. Никто меня не толкает в бока, пока я снимаю всю красоту. Привет. До самого верха красота. Очень удачно сдавался этот отдел в Донецк-Сити. Как раз он полностью подошел, мне пришлось мебель менять. Вот это мои полочки. Сегодня девочка, которая очень хорошо все развешивает. Тут мордочки. Люди отворачивают и надо. Такие у меня остаточки после новогодних праздников. Вон цены есть. Так, девчонку положили, которая не 250, но это покупатели. Потом будут требовать. Чуть ее разлохматили все. Ладно, надо будет как-то приехать. Там моего нет. Вот эта полочка с моими остатками. И вот полочка моя. Тоже тут уже мышек вверх ногами. На. Вот такая мышка. Люблю очень медведей делать, но они как-то стали. Сейчас наелись медведей. Лиса отвернулась. Ну ладно, пусть. Я буду девочкам портить тут фэншуй. Они сами все поставят. Надо будет про краски у девочек спросить. Хочу тканевые краски у меня. Мои испортились. А вот моя пряжа еще остатки с моего отдела. Я сюда свезла. Свойной магазинчик свой закрыла. У меня был огромный магазин. Это уже остатки с него. Ой, это все моя любимая. Это не мое, но любимая. Тут еще шерсть моя. Пряжа моя, еще шерсть моя. Какой-то чемодан. А вот этот чемодан еще мой. Уже ручка отломалась. Ну вот как-то так. Рюкзаки. Я приду пересниму поближе какую-нибудь штучку. Конечно, стараюсь не мелькать, потому как, ну, дрожит все равно. Ну, простите. Нужно поставить на более медленный. Рассмотреть, если кому-то быстровато. Это вот девочки занимаются декором таких больших штуковин. Это еще и с подсветкой делается, на свадьбу ставится, кому интересно. Это еще новогодние красивые висят. Девочки, какие красивые у вас эти венки новогодние. Очень красивые.
Ну, ничего, еще постоят, пусть видят, что есть декор. Если кому-то надо какой-то другой декор. К 8-му, пусть это к этому, господи, к 14 февраля, вот пусть спрашивают. А вы им сделаете. Ой, тут еще на потолке такие красивые, красивенные девочки делают ловцы. Есть тут мастерица, кому надо, обращайтесь. Вот она. Я ее поймала. В общем-то, вот такая красота. И вот еще шикарный ловец. А вот тут покажу поближе. Красота. Сколько счастья. Счастья много не бывает. Вязаные штучки, шарфики, шапочки. Такой стиль кому нравится. И ручной работы вот такие блокноты. Это я не знаю. Может быть, закупка. Тут есть чуть-чуть закупки, но основное здесь хендмейд. Такая прогулочка получилась. Какой красивый декор. Хочу снять. Очень красиво. Прелесть какая, боже. Какие молодцы. Показать хочу. Касса с людьми. А то рассказывают нам, что тут пусто, помирают от тоски. Нормально. Все есть. Только кому-то что-то надо, там на конфетах такие деликатесы были. Убежала, чтобы не облизываться.